вы смотрите видео об отеле «Кристаллы Вигоу ди Фоса». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Кристаллы Вигоу ди Фоса» расположен в стране Италия в регионе Валь ди Фоса и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель находится в тихой части Виго ди Фоса недалеко от центра курорта, в 300 метрах от горнолыжной зоны, в 200 метрах от отеля остановка автобуса. Аэропорт в 180 километрах от отеля. На территории отеля имеется таверна в сельском стиле, бар, солнечная терраса, небольшой велнес-центр в тирольском стиле, финская сауна, бесплатное посещение и джакузи, комната отдыха с телевизором. В номерах есть ванна, душ, туалет, фен, телефон, спутниковое телевидение, сейф, балкон. Номерной фонд отеля состоит из стандарт рум, комфорт рум, кристал рум. Для детей есть детская кроватка, детское кресло. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.